В октябре 2015 года вышел юбилейный, 100-й номер тульского бизнес-журнала. В руках мы держим итог того, что сделано уже. А за кадром остается действительно очень много работы. И вот даже такие мероприятия – это не праздник. Это тоже работа, это наша работа. И наша цель главная – это чтобы не столько, сколько мы… Это тоже важно, чтобы мы с вами общались, чтобы вы с нами общались, потому что мы некий проводник, да, информации. Вот. Но и важно в том числе, чтобы вы общались между собой. Как правило, вот в этих, скажем так, беседах, в этих встречах рождаются какие-то новые проекты именно тульского бизнеса. И на нашем опыте очень много примеров, когда там, после круглых столов, после каких-то бизнес-завтраков предприниматели объединяются и, ну, действительно выдают какие-то такие вещи, которые, с которыми они шли бы, возможно, годами, а вот эти встречи, они их подтолкнули, и, ну, дела пошли бы быстрее. И это о чем говорит? Это говорит о том, что наш регион выходит на новый уровень. И то, что у нас в регионе есть деловое издание, это тоже показатель. Не столько, вернее, это не наша работа, но без вас нам бы было сложнее, скажем так. Поэтому всем огромное спасибо, что вы пришли на этот праздник наш, и надеюсь, что это только начало более близкого знакомства.